Похоже, тут что-то перевозили. Эта штука не поедет. Так просто мы не откроем. Похоже на гномика, но сами явно клали лёгкими. Наверное, вулканы не просто добывали ту труду, они были здесь. Читай. Слушаюсь. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай мы допишем. Нет. Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Сын! О, нет. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Thank you.
отделались. Атрей, ко мне. Ясное дело, это же гора. Ты с самого начала умел справляться с черным дыханием. Даже не думай, что я смог бы провести тебя через него, мешок с мясом. Я с чем хочешь могу справиться, особенно здесь. Когда-то мой народ тут всем командовал, улучшил ловушки йотунов, да еще и обходные пути проложил. А ты как думаешь, почему они такие хитроумные? А, да, кстати, остерегайся ловушек. Ну, заходите. Вот киоты в тишине. Выбирай, пацан. Поосторожней, понял? Забыли чего? Гноб? До встречи где-нибудь.
ловушки. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Я буду делать больше, только скажи. Сможешь сдвинуть? Она тяжелая. Да, смогу. С ним? Он мертв. А, ну да. Нет, не вышло. Вагонетка все еще... Я вижу.
меня! Через те большие врата? Stop!
Смотри, еще фонарь. Сломан. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Почти достал. Тяжело будет. Да ладно. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Oh!
Это поможет. К самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри. Ого! Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Назад! Yeah!
Лезь в тоннель. Понял. Осторожно. Испытание. Наверное, гномы прорубили туннели в обход великаних ловушек. Удачно. Ну, для меня удачно. Да ладно! Лучше помолчи. Там увидимся. Будь готов! Еще один подъемник. Глядишь, до вершины доберемся быстро. Этим путем. Доберемся до вершины. Далеко оттуда будет видно. Увидим озеро. А мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Скучно!
видим озеро, а мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Мы на месте? Нет, мы застряли. Сколько еще подниматься? Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да. Готовься. В любой момент.
Вроде обошлось. Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы почти на вершине. Нас теперь ничто. Спокойно, мальчик! Держись за мной! Ладно! Соберись! Битва.
Стой! Ого, что это? Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Остывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! О! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за дракона? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. А, да, ладно. Слышишь? Там кто-то кричит. Стой, сын! Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо.